С вами Шинат Маклафлин в выпуске целевого прогноза пятницы. Президент Федерального резерва Джеймс Буллард заявил вчера, что ФРС должен повременить завершение программы выкупа активов ввиду сокращающегося прогноза по инфляции. Со мной на линии для прогноза по паре доллар-луни специалист по сырью и валюте Кристофер Люмьер. Давайте начнем с положительного показателя CPI Канады, оглашенного сегодня. Ваш прогноз по паре доллар-луни на месяц 1.11. Как показатель отразился на этом прогнозе? Сегодняшний показатель CPI был положителен. Инфляция потребительских цен превысила целевой уровень 3%, что хорошо отразилось на луни. В течение следующих 3 недель я прогнозирую курс доллар-луни на уровне 1.11. Вы утверждаете, что этот тренд продолжится и в среднесрочной перспективе, и курс придет к отметке 1.08. Как вы это объясняете? Я прогнозирую ослабление американского доллара ввиду ухудшающихся данных по экономике США. Плюс ФРС собирается и дальше удерживать процентную ставку на минимальном уровне. Это, естественно, не поможет доллару, поэтому ослабевающий доллар приведет к росту курса луни. Через 12 месяцев ваш прогноз на уровне 1.05. 2015 год станет годом испытаний для экономики США. Что под этим подразумевается? Повлиять может слабое положение рынка труда в 2015 году. К этому привела подготовка компаний к более высоким затратам на здравоохранение для сотрудников. Также будет сокращено количество рабочих часов, что повлияет на показатели расходов населения. Рынок труда дальше будет ослабевать. Вчера президент Буллард выступил за продолжение программы количественного смягчения. Я лично ожидаю увеличения уровня волатильности по мере того, как рынки начнут терять веру в то, что Центробанк может стимулировать рост экономики. ФРС хочет видеть доллар в более слабой позиции, хочет увеличения уровня инфляции. Поэтому текущий тренд по паре доллар-луни, я считаю, будет продолжаться в течение всего 2015 года. Крис, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. В понедельник с вами будет Алекс Айзет. Хороших вам выходных!